Добрый вечер, дорогие коллеги. Рада вас приветствовать в прямом эфире. С вами технолог компании Nano Professional Наталья Чечнева. И сегодня мы с вами поговорим про нашу новинку, про ультражесткие базы. И сегодня покажу вам очередной мастер-класс. Он будет как раз направлен на исправление формы ногтей. Мы сегодня с вами поработаем с квадратными ногтями, с квадратной формой ногтей. И такие же мастер-классы я вам рекомендую дополнительно посмотреть на страничке Ларисы Линой. У нее очень много интересных находок именно по работе с данным материалом, с верхними формами. И я уверена, что эти мастер-классы вам очень пригодятся. Мы сегодня с вами как раз рассмотрим вот этот вариант работы с материалами. Еще одна приятная новость, то что сейчас до пятницы на нашем сайте проходит распродажа, и мы сделали для вас подарок в эти жаркие летние дни. Мы сделали для вас скидки на все категории товаров, включая наши новинки, поэтому обязательно заходите, смотрите, выбирайте, что вам больше нравится. Возможно, вы что-то давно уже присмотрели себе, хотите попробовать нашу новинку в том числе, и сейчас вы все это можете купить по очень выгодным ценам. Также не забывайте про наши промокоды. У всех преподавателей и у блогеров, которые с нами сотрудничают, есть свой промокод, который вам даст дополнительную скидку, поэтому обязательно пользуйтесь для того, чтобы ее увеличить. Также хочу вам еще одну новость рассказать отличную. В Москве в нашем учебном центре в августе стартуют живые курсы по работе с верхними формами. Это будет введение именно в салонное моделирование верхними формами. И эти курсы проведет для вас Лариса Ильина. Скоро совсем появятся подробности. Обязательно следите за нашими обновлениями. Курс будет очень насыщенный. И самое главное, он будет направлен на то, чтобы ускорить вашу работу, повысить качество и, соответственно, повысить чек. Поэтому совсем скоро будут все подробности. И мы вам с удовольствием об этом расскажем. Курс будет просто бомба, я уверена в этом, потому что сейчас уже, видя первые отработки учеников, которые сейчас проходят в тестовом режиме этот курс, я, конечно, очень воодушевлена этими результатами, и, в общем-то, мне самой тоже хочется очень посмотреть эту программу. Всем добрый вечер, спасибо, что к нам присоединяетесь, и давайте сейчас с вами такой рассмотрим случай. Как вы видите, здесь, в принципе, достаточно красивая форма ногтевой пластины, есть небольшое скручивание, но не на всех ногтях, это указательный и средний пальцы. Обычно здесь возникает такая ситуация, это моя постоянная клиентка. И здесь, естественно, хочется восстановить все-таки форму свободного края. Конечно, я здесь так очень утрированно показала квадратную форму, да, но скручивание небольшое есть. И мы с вами можем либо жестким материалом восстановить, взять, например, полигель. Мы можем с вами здесь также поработать классическим гелем, а можно взять ультражесткие базы. И на самом деле при работе с верхними формами мы достаточно быстро это сделаем, потому что мы с вами создадим красивую четкую форму, создадим как раз недостающий объем, и после этого нам с вами останется непосредственно уже смоделировать оставшуюся архитектуру и без опила перейти к дизайну. Поэтому давайте сейчас непосредственно посмотрим сам процесс, и хотела бы обратить ваше внимание вот на что. Здесь я немножечко в начале видео, в начале мастер-класса показываю нюансы подбора форм верхних под данные ногти, потому что здесь достаточно выраженная арка поперечная, вы это увидите. И здесь не все формы подошли, то есть я пробовала несколько вариантов, но в итоге остановилась на арочных формах для свободного края, потому что они лучше всего повторили как раз форму арки натурального ногтя, и здесь было ими удобнее работать. Поэтому желательно, конечно, чтобы у вас было в работе несколько вариантов верхних форм для разной формы ногтей, потому что это значительно облегчит вашу работу и ускорит ее. Итак, давайте непосредственно перейдем к мастер-классу. И вот как раз вы видите как раз вот эту поперечную арку. Она, да, достаточно выраженная. И если мы с вами берем такую стандартную верхнюю форму, тоже здесь арочка есть, но все-таки она не совсем хорошо повторяет арку натурального ногтя. Да, остается очень много свободного пространства. И, ну, мне бы
не совсем удобно работать в такой ситуации, поэтому я решила попробовать другой вариант и взяла арочные формы для свободного края. Вот так вот они выглядят. Я думаю, что вы их все видели. И вот эта форма подходит отлично. Но смотрите, сначала я беру небольшой размер, это семерочка. Обратите внимание на подбор формы, то есть она не должна вот так вот раскрываться. То есть у вас... Форма должна быть размер в размер, и как раз вот так вот должна выглядеть правильно подобранная форма, то есть она не должна деформироваться, ни в коем случае не нажимайте на нее, когда вы примеряете форму непосредственно уже на ноготь. Сейчас пока выключу комментарии для того, чтобы они не мешали просмотру. И вот как раз вот эта форма, она отлично подходит. И мы с вами сразу начинаем работать. Здесь уже проведена подготовка ногтевой пластины, нанесена база Билкоттон. И сейчас я наношу небольшое количество нашей ультражесткой базы. Это оттенок номер 5, нежный розовый с шиммером. Очень красивый цвет, нежный. Я наношу небольшое количество этого материала на форму и ставлю в область свободного края. То есть с небольшим давлением прошу мою клиентку помочь мне. Сейчас она как раз непосредственно будет фиксировать. И смотрите, беру форму таким образом, чтобы она не раскрывалась при надавливании. Да, может избыток материала сейчас выйти, в этом ничего страшного нет. Нам самое главное восстановить сами форму и убрать вот эту вот небольшую деформацию свободного края. Здесь мы работаем с вами ультражесткой базой, поэтому она будет отлично держать данную форму. И также я хочу сказать о том, что уже тестирую эти материалы несколько месяцев и как раз вижу результаты именно на ногтях своих клиентов, периодически публикую на своей страничке и могу сказать, что отлично держится на любой длине, будь то длинные ногти, короткие, укрепления, моделирование. Сама хожу с этим материалом, и сейчас это тот материал, которым я работаю на постоянной основе, потому что он действительно очень удобен, он и быстрый в работе, и также он показывает отличный результат на любых ногтях, будь то истонченные ногти, либо нормальные, да, любой длины. Зафиксировали сами верхние формы. И теперь оставшуюся часть полимеризации провожу уже в лампе в течение 30 секунд. Здесь очень тоненький слой материала, но для данного материала и, в принципе, толстый слой не нужен. Мы с вами видим, да, здесь сейчас все хорошо восстановлено. Здесь сейчас есть четкий квадрат. И нам с вами остается опилить свободный край сразу, чтобы потом уже выложить оставшуюся часть материала на готовность. И сразу перейти непосредственно уже к дизайну, либо просто перекрыть топом, как в данном случае уже решил ваш клиент. Немножечко убираю материал в области боковой части, также обязательно спиливаю ступеньку. Это можно сделать как пилкой, так и при помощи фрезы, здесь как удобно. Здесь ступенька, в принципе, небольшая, и мне было удобно работать пилкой. Эта пилка, кстати, для натуральных ногтей, 240 грит, и она отлично, быстро очень спиливает материал, несмотря на то, что это ультражесткая база. Действительно, в опиле она не ведет себя как-то по-иному, как другие материалы. То есть она в работе такая же, как и другие материалы, как, допустим, любой гель для моделирования. И вот так вот выглядят ногти непосредственно после того, как мы восстановили форму свободного края. И сейчас тем же самым материалом я наношу тоненький слой для того, чтобы уже потом сделать, выстроить архитектуру. Но для начала как раз тоненький слой, он поможет как раз показать материалу, где он должен распределяться, остаться, да, то есть мы для него создаем такую вот площадку. Я в прошлых мастер-классах показывала и постоянно говорила о том, что материал хорошо очень держит форму, несмотря на то, что сама по себе эта база не густая, да, то есть у нее средняя консистенция, наверное, даже может быть ближе к жидкой консистенции. Но, тем не менее, с ней очень удобно работать, потому что она хорошо держит форму. И сейчас я, например, не тороплюсь, мне немножечко не хватило объема, поэтому я спокойно набираю еще одну капельку и специально как раз здесь вот ставлю ее там, где мне не хватило. После этого можно перевернуть пальчик клиента, сформировать уже непосредственно саму архитектуру.
При помощи тоненькой кисточки мы с вами как раз ее подравниваем немного. Специально я сейчас, конечно, ушла из кадра, потому что тяжело достаточно снимать вот этот момент, но постаралась как раз не делать здесь никакого монтажа, а показать, как себя база ведет после выравнивания. То есть, смотрите, я перевернула ручку, и сразу мы видим с вами очень красивую архитектуру, которая не требует дополнительного опиливания. И мы сразу, соответственно, фиксируем в лампе. То же самое делаю и со вторым ногтем. Работать очень легко, комфортно данной базой. И вот этот вот оттенок номер 5 с шиммером, он, конечно, классно смотрится. Такая отличная основа под дизайн. И как раз мы сделали потом акварель. И обязательно этот мастер-класс я публикую на своей страничке в ближайшее время. А здесь же мне хотелось показать именно техническую часть, именно процесс работы с данным материалом. На курсе, кстати, который вот будет в Москве, сейчас в ближайшее время Лариса уже всю информацию опубликует и расскажет подробнее о программе. Как раз будет работа с различными вариантами, там будет и моделирование, и укрепление ногтей, ремонт, будут рассмотрены различные формы ногтей, миндали, квадрат. То есть это такой курс, который действительно поможет вам ускорить значительно свою работу и делать все-таки ногти сразу идеальные по форме, да, и это будет вас дополнительно отличать от ваших конкурентов. Ну, а вот непосредственно как раз сделан уже дизайн, и его перекрываем топом. Решила как раз в этом мастер-классе все-таки не акцентировать внимание именно на дизайн, сделать больше моделирования. Ну, вот так вот все это выглядит, тем более, что здесь ну, не требовалось какой-то сложной росписи, мы сделали все так достаточно быстро, просто для того, чтобы, так скажем, просто подчеркнуть вот этот вот красивый блеск базы. Это, напомню, оттенок номер 5. Перекрываем топом, здесь нужен тоненький слой топа для того, чтобы защитить поверхность. Здесь не требуется дополнительное выравнивание. Если мы с вами говорим о толщине такого покрытия, то здесь нам не надо делать какое-то толстое покрытие, потому что даже в толщине менее 1 мм данная база очень жесткая. Как раз недавно в сторис показывала вот этот эксперимент, поэтому вы можете посмотреть, также есть он в нашем видео. Поэтому, если, допустим, раньше требовалось для того, чтобы сделать укрепление базы, да, нанести зачастую такой достаточно толстый слой материала, что не совсем правильно по технологии, все-таки база требует нанесения более тонким слоем, то здесь как раз технология оправдана. Слой здесь небольшой, но мы с вами можем здесь и смоделировать форму, и также немножечко выпилить свободный край, если, например, у вас есть такая проблема, что при отрастании ногтей свободный край скручивается, и при этом данная база будет отлично держать форму, то есть она не дает никакой видимой усадки, и через 3-4-5 недель у вас будет моделирование выглядеть так же, и укрепление тоже, да, выглядит так же, как оно выглядело, когда вы только сделали, то есть без каких-либо деформаций покрытия. Итак, сейчас включу комментарии. Немножечко как раз вам рассказала про работу с данным материалом. Напоминаю, что сейчас данные базы, наши новинки, участвуют в акции, как и другие материалы, и вы можете приобрести данный материал со скидкой. Также обязательно обратите внимание на наши гель-лаки Limited Edition, они также участвуют в акции. И сейчас очень актуальны будут коллекции «Тропические каникулы», также коллекции «Зефирки», самые такие летние, яркие. Я думаю, что они точно понравятся вашим клиентам, поэтому сейчас можете как раз обновить палитру с очень выгодной для себя, по очень выгодной для себя цене. Если у вас есть вопросы ко мне, то я с удовольствием на них отвечу.
И в ближайшее время мы вас порадуем еще одной интересной новинкой, поэтому обязательно следите за нашими новостями. У нас лето такое богатое на выпуск новых продуктов, новых коллекций. Да, это были гель-лаки, сейчас это ультражесткие базы. В ближайшее время тоже для вас будет подготовлено очень интересное такое предложение. Так, вижу вопрос, сколько будет доставка. Доставка зависит от веса посылки и от непосредственно города, где вы проживаете. Поэтому вы можете оставить запрос о доставке в директ, и мы, соответственно, передадим это менеджеру, и вам ответят подробно стоимость доставки, потому что у нас есть и доставка почтой, и доставка транспортной компании СДЭК. Итак, следующий вопрос. Насколько длинные ногти можно делать этой системой? Здесь мы не ограничиваем длину, потому что данная система используется для полноценного моделирования. И как раз вы можете на нашей страничке посмотреть такие мастер-классы, они уже есть. Поэтому длина может быть любой, потому что данная база ведет себя именно после полимеризации как гель для моделирования. Классически, да, она даже, если брать, допустим, одну и ту же толщину слоя, да, около 1 мм, она даже будет чуть пожестче, чем большинство моделирующих гелей, поэтому любая длина может быть, она отлично выдерживает нагрузку, поэтому вы можете себя не ограничивать, потому что действительно данная база, она по своим физическим свойствам после полимеризации становится похожа именно на гель для моделирования по жесткости. Но при этом, когда вы с ней работаете, вы все-таки работаете по ощущениям как с базой, не как с гелем конструирующим, все-таки разница так чувствуется. Также вы можете использовать классическое моделирование, да, на нижних формах, также гелевые типсы. Как раз недавно я проводила такой эксперимент. Это были гелевые типсы для свободного края, не полностью они покрывали ноготь. И на самом деле такой очень интересный экспресс-вариант. И также здесь в этом эксперименте участвовали наши ультражесткие базы, и, в общем-то, до сих пор я с этим моделированием хожу. Давайте сейчас немножечко в кадр внесу руку. Здесь, конечно, уже отросло немного все. Вот, и все отлично держится с учетом того, что такая была экспериментальная техника, но все хорошо смотрится. Для длинных ногтей какая база будет лучше? Ну, как раз вот можем вам порекомендовать, если хотите сделать полноценное укрепление, именно вот эти вот ультражесткие базы, они сейчас в кадре. Они у нас на сайте представлены в отдельной категории. Если нужна будет прямая ссылочка, вы можете также нам написать в директ, и мы вам отправим обязательно. Так, здравствуйте, можно стоимость? Стоимость данного продукта сейчас со скидкой составляет 902 рубля 50 копеек. Здесь объем 15 миллилитров, оттенки все очень плотные. Сейчас я как раз найду для вас выкраску всех цветов, для того, чтобы вы могли посмотреть, как непосредственно это все выглядит на ногтях, какие оттенки есть. Сейчас 19 цветов представлено в палитре. И расход очень экономичный за счет того, что вам не надо наносить толстый слой материала, так скажем, да, то есть вы работаете тонким слоем, вы делаете полноценное укрепление. И в ближайшее время как раз расчет себестоимости такого покрытия мы тоже вам предоставим, чтобы вы уже могли понимать точную себестоимость данной процедуры. Итак, вот, нашла для вас как раз все оттенки. Посмотрите, пожалуйста, как они выглядят. Так, также видела вопрос, какая подложка используется, VitaBase или Gum? Мы используем разные базы в качестве подложки. Это и VitaBase, это также SilkBase, если мы с вами берем классические базовые гели, которые используются для моделирования. Либо это могут быть базы для гель-лака. Gum подойдет, также очень хорошо себя зарекомендовала Build Cotton. Я в основном ей делаю подложки, мне очень нравится с ней работать. Поэтому вы можете, в принципе, выбирать любой материал. И вы можете
так скажем, получать один и тот же хороший результат, да, это, соответственно, покрытие без отслоек на любой базе, потому что мы смотрели разные сочетания, и всегда все отлично держится. Почему в шапке Instagram не открывается ссылка на ваш сайт? Возможно, какие-то проблемы с Instagram, потому что периодически приходят от некоторых пользователей такие вопросы, то, что не открываются ссылки либо в директ, но не от всех, соответственно, возможно, какая-то некорректная работа Инстаграм, но если у вас не получается перейти по этой ссылке, вы можете написать нам в директ, либо в директ попробуем вам отправить повторную ссылочку, чтобы вы смогли перейти на сайт, либо, как вариант, можем вам отправить в мессенджер, если вы оставите нам номер телефона, любой мессенджер, пожалуйста, мы вам продублируем все нужные ссылки, возможно, так будет удобнее, потому что сейчас работа Инстаграм, к сожалению, непредсказуема, поэтому такие проблемы могут быть. Но ссылка активна, как раз буквально вчера я ее проверяла, и все было отлично. То есть это, скорее всего, вот какие-то проблемы, может быть, стоит обновить Инстаграм, возможно, из-за этого появляется такая ошибка. Итак, продолжаю вам показывать оттенки, пока отвечаю на ваши вопросы. И вы видите, да, сейчас 19 различных цветов. Начинаем со второго, потому что первый прозрачный. Если вам нужен прозрачная база, пожалуйста, можете приобрести первый оттенок. А все остальные оттенки мы сделали таким образом, чтобы они, ну, были всегда востребованы у клиентов. Здесь есть и достаточно такие нейтральные камуфляжи. И более яркие, насыщенные цвета. Но все цвета действительно очень комфортны в работе. И даже при таком достаточно тонком нанесении они обладают отличной камуфлирующей способностью и хорошо перекрывают область как раз линии улыбки на случай, если вам нужно как раз это сделать, да, хорошо закамуфлировать. Что касается полимеризации, мы проверяли полимеризацию в нашей лампе. И в течение 30-60 секунд идет полимеризация в зависимости от длины, от толщины слоя. Я обычно работаю с любыми материалами для моделирования, будь то гели, либо ультражесткие базы, всегда работаю на режиме пониженной мощности. В нашей лампе называется режим термоконтрол, то есть там мощность постепенно увеличивается в течение 90 секунд. И как раз данный режим, он очень комфортен всегда для клиентов, особенно если вам нужно поджать материал, а как раз с этими материалами вы можете это делать, потому что они отлично поджимаются и сохраняют арку, так же, как и обычные гели для моделирования. Даже я пробовала не ставить прищепку, просто ждала, когда немножечко база остынет, и ставила руку без прищепки, и арка отлично держалась, поэтому вы можете и такую технику применять при моделировании, при укреплении, если надо немножечко поджать материал. Что касается как раз режима пониженной мощности, то у вас просто будет чуть больше времени, потому что база быстро полимеризуется действительно, и даже при помощи вот такого вот портативного фонарика очень хорошо проходит полимеризация, то есть база классно схватывается, и верхняя форма не двигается. После этого вы можете спокойно уже зафиксировать материал в лампе. Это тоже очень важно. И если вы поджимаете материал, то обычно на 6-7 секунде, если вы в обычном режиме лампу используете, можете поджимать. Если на режиме пониженной мощности, то у вас есть где-то в районе 12 секунд до того момента, когда вы можете уже ставить обратно пинцет, либо тонкогубцы для того, чтобы смоделировать форму. Итак, рассказала вам основные особенности. Я надеюсь, что как раз это поможет вам дополнительно, да, лучше понять материал, сразу начать с ним работать. И в ближайшее время, конечно же, мы продолжим для вас делать мастер-классы, продолжим вам рассказывать про наши новые базы. Хочется очень подготовить и новую палитру, потому что 19 цветов есть, но хочется действительно больше, потому что данными базами работаем постоянно, и, конечно, уже не терпится увидеть новые оттенки как раз
будем работать над этим, тем более, что мы всегда сами колеруем оттенки, то есть это не готовая какая-то палитра с завода. Этот материал разрабатывался непосредственно нашей компанией, это не разработка какая-то массовая. Вот. И, естественно, цвета все тоже мы подбираем, тестируем. Лариса всегда любит, так скажем, четко выбрать тот цвет, который подойдет и клиентам, который понравится мастерам. Она очень много времени проводит именно за подбором оттенков для того, чтобы палитра всегда была максимально интересная, максимально красивая. Поэтому будем обязательно расширять цвета для того, чтобы вам было еще интереснее работать. Вам большое спасибо за то, что были в прямом эфире. И сейчас как раз отвечу на один вопрос. Увидела его, не хватает бежевого цвета именно в коричневый, а не в розовый. Обязательно сделаем, потому что как раз палитра будет расширяться. И да, мы сделаем, я думаю, что в этом нет никаких проблем, такой более нейтральный бежевый цвет без розового подтона, потому что, конечно же, камуфляжей, так скажем, да, много не бывает. Вот, и будем расширять и эти оттенки тоже. Вам большое спасибо, что были сегодня со мной в прямом эфире. Спасибо за вопросы, за обратную связь. И мы с вами обязательно встретимся на следующей неделе. Продолжим рассказ. Я думаю, что, может быть, уже и про нашу новинку расскажем очередную. Может быть, будет мастер-класс, посвященный росписи. В общем-то, подумаем, какую тему выбрать для того, чтобы она была для вас максимально интересна и полезна. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь, сохраняю этот прямой эфир. И напоминаю вам, что у нас на сайте продолжается акция. До конца пятницы она будет. Поэтому обязательно переходите на наш сайт по ссылочке, которая закреплена в шапке профиля. Выбирайте свои любимые товары. Выбирайте наши новинки, и в том числе и на новинки тоже сейчас действует скидка, поэтому вы можете все приобрести по выгодным для вас ценам. Вам большое спасибо за присутствие в прямом эфире, и до новых встреч. Всем счастливо!